случился. И Салах, человек, с которого около миллиона избирателей готовы будут проголосовать на президентских выборах в Египте в прошлом году, забивает первый гол в финале Лиги Чемпионов. Еще раз, я не понимаю, вот с этого ракурса точно грудь. Если там кто-то считает, что это рука, она была выставлена, да. Можно спорить, впервые я готов выслушать мнение экспертов по анатомии. Нет, нет, он не был в штрафной площади, он не был в штрафной площади. Я согласен. Да, за. Это за пределами, это не пенальти. Хотя, конечно, было все это очень рискованно для Ливерпуля. Скамина здесь рассмотрел на самой границе. Кристиан Эриксон. Шанс всего матча, потому что отсюда можно забивать, можно навешивать на гол, можно в конце концов сбрасывать под удар. Как бы то ни было, сейчас Кристиан Эриксон должен вспомнить о том, что он лидер этой команды. Небольшая стенка от Алисона. Всего два человека там. Спасибо.